Берегут лес, не ставят новогодние елки. Заготовка хвойных деревьев на зимние праздники за последние 3 года в России снизилась на 30%. В основном новогодние ели выращивают в Кемеровской, Новгородской областях, а также в Татарстане и Магадане, и на Сахалине. Этот вид использования лесов приносит государству свыше 6 миллионов рублей. Запасы ели в России составляют почти 10 миллиардов кубометров. Но по данным экспертов, жители нашей страны все чаще отказываются от живых елок из-за нежелания тратить время на ежегодную покупку, а затем и утилизацию. У россиян растет экологическая сознательность. Многие выступают против вырубки деревьев на новогодние символы. Мы решили узнать у саратовцев, будут ли они украшать свой дом живой сосной. Любите ставить новогодние елки? Очень. Какие любите ставить? Естественные, живые. Почему именно живые? Запах смолы, вот все это ассоциация, запах смолы, мандаринов, это Новый год. Ну, в основном с леса, которые живые. Но атмосфера праздника, атмосфера Нового года. Деревья жалко. А искусственные? Ну, искусственные можно. Желательно настоящую. Все-таки она дает запах ее и больше к природе ближе, чем от искусственной. Там от нее ничего нет. Потому что это чувство действительно праздника. И вообще это как-то по-русски, как-то всегда так было. У меня нет елок. Вообще никогда не ставили елки? Нет.